Всем привет! С вами канал «Китай стал ближе» и сегодня на распаковке две посылочки. Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале «Китай стал ближе». Сегодня на распаковке две интересные посылки. Обе посылки дошли быстро, запакованы нормально, но давайте вот начнем вот с этой. Посылочка дошла 22 дня и здесь шапка. Заказал я шапку, такая шапка у меня уже была. Я не мог никак ее найти и вот решил заказать еще одну. Стоит она недорого, всего 2.30. Вот здесь будет описание магазина, ссылка на магазин, можно будет приобрести. Купить, если кому-то понравится, действительно шапка очень хорошая. Но она, правда, тонковата, для мороза, я думаю, не пойдет. Но давайте откроем и посмотрим, что я все рассказываю. Надо показывать. Запакована она еще в один вот такой вот пакетик. Давайте откроем и его. Вот. Вот такая вот шапочка. Китаем не пахнет, пахнет тканью. Не знаю, как с этой, с той шапкой было все нормально. Швы прошиты были хорошо. Давайте посмотрим эту. Ну, в принципе, тоже прошито более-менее нормально. Есть небольшие вот торчат ниточки, которые надо будет не резать. Я, наверное, все-таки подпалю потом. Интересная шапочка. У меня была серая, и я взял еще черную. Шапки действительно хорошие. На весну, осень, прям замечательные шапки. Выложу фотографии, сделаю фотографии, обязательно выложу, покажу, что за шапка в итоге пришла и получилась. Но по качеству очень хорошо и недорого. Ссылки будут в описании, также фотографии и ссылки будут ВКонтакте. Мы продолжаем вскрывать. И вторая посылочка. Вторая посылочка, честно сказать, достала из закромов. Разбирались и нашел ее. Не помню уже, сколько она шла. И точно уже даже не помню, что там внутри. Сейчас мы с вами откроем и посмотрим. Она была распакована. Даже не могу сказать, может быть, и я распаковывал. Просто не помню. Потому что посылка лежала давно, еще с переезда. Так что давайте откроем и посмотрим, что здесь есть. В пакете все, больше ничего нету. Здесь вот это фонарь. Это фонарь на велосипед, заказывал летом, обернута вот в мягкую подложечку. И давайте его достанем и посмотрим, что же у нас тут. Запаковано в пакетик, здесь еще один пакетик. Вот такая вот штучка. Это фонарь задний габарит, или как задний свет на велосипед. Да, вот так он крепится, зажимается на раму велосипеда. И давайте найдем батареечки и посмотрим, как все это работает. Итак, вставил я батареечки и давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вставляются сюда две мизинчиковые батарейки. Вставили две мизинчиковые батарейки и есть у нас две кнопочки. Кнопочка LED подсветки и кнопочка лазера. Давайте попробуем, начнем с лазера. Вот, отлично, смотрите. То есть, это как бы габаритные огни, освещают дорожку, наверное. Вот такие две полосочки, нажимаем еще раз. Они моргают. Нажимаем еще раз, все, гаснут. То есть, одна функция лазер, а вторая. Горят 4 лампы. Мигают 4 лампы. Довольно-таки интересно повесить на велосипед ночью, да, действительно, будет хорошо видно. Вот эти вот полосочки, я, правда, не совсем понимаю, зачем они сзади. Ну, наверное, зачем-то нужны, раз они есть. Кто-то же их придумал. И подсветочка. Светит довольно-таки ярко, даже, видать, при дневном освещении, так что ночью будет вообще замечательно видно. Хорошая вещь, приобретайте. Ссылка будет также в описании, скоро уже весна, скоро пересаживаются на велосипеды, хотя скажете, как скоро, только конец декабря, но подумайте сами, пока закажете, пока дойдет, уже весна наступит.
Да, это проблема AliExpress, но сейчас вроде посылки идут быстро. Итак, что же было сегодня на распаковке? Была на распаковке шапка и был вот такой вот габаритный задний фонарь для велосипеда. Ну что же, на сегодня это все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, переходите на другие видео, смотрите. Также переходите в группу ВКонтакте, там будут фотографии и много-много еще интересного. Ссылки на разные товары. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с каналом. С вами был Владимир и канал «Китай стал ближе». Всем пока!